Ножи байдарочника. Почему именно байдарочника? А потому что они плавающие. Первый вариант. Клинок с серрейтором и без колющего острия, чтобы случайно не пропороть надувную лодку. Как же он плавает? Отлично плавает. По прошествии года шведы выпускают другую модель, что называется по просьбам трудящихся, уже без серрейтора и с колющим острием. Брат, иди к брату. Замечательно плавают. Длина клинка 195 мм, толщина в обухе 1,4 мм. Поставляются в ярких пластиковых ножнах. Для тех, кто занимается сплавами, рыбалкой, по-моему, самое то. Если нож случайно упустить, он не утонет. Шведы молодцы. Так, а теперь нужно проверить, пустотела ли у них рукоятка или нет. Мы это сделаем с помощью магнита. Для этого он у нас есть. Примагнитивается к клинку. Теперь мы проверяем, насколько проходит клинок в рукоятке. Видите, не падает. Значит, металл в рукоятке почти до самого конца. Это очень хорошо. Это значит, что нож прочный. Так, смотрим у второго. Отлично. Не пустышка. Какую-то определенную боковую нагрузку можно дать. Шведы молодцы. Отличные ножи. Рекомендую. Кому нужен плавающий нож, обратите внимание.